Отдохнули, загорели, а теперь пора за парты. В столицу региона вернулась группа школьников из 4-й образовательной школы, которые отдыхали в оздоровительном лагере «Океан». Он расположен в пригороде Владивостока. Ребята участвовали в заключительной смене «Сильные люди». Название площадки говорит само за себя. Юные активисты за 3 недели узнали много нового и полезного. Но самое главное, как они признаются сами, научились дисциплине, а также ценить свое свободное время, что для школьника немаловажно. Путевки ученикам 4-й школы вручило Министерство образования и науки страны за, цитирую, «активное участие во всероссийском патриотическом движении Отечества». Стоит отметить, детский центр «Океан» — это одно из самых престижных мест отдыха среди детей. Его даже сравнивают с Черноморским Артеком. В этом году Ненецкий округ — единственный регион Северо-Запада, который был поддержан на уровне Минобрнауки. Участниками заключительной смены стали более 1000 школьников из 29 субъектов страны. Ребятам была предложена насыщенная программа. Она включала развлекательные игры, спортивные турниры, турпоходы, а также встречи с интересными людьми. Вот за эти 21 день, который мы там провели, «Океан» стал для меня сильно вторым домом. Мой отряд стал для меня второй семьей, вожатые вторыми родителями. То есть это вот такая атмосфера незабываемая просто. Я открыл себе таланты в некоторых видах спорта, в том числе в бадминтоне. Научился моделированию и собираюсь теперь устроить где-нибудь в Нари-Маре кружок моделирования. Это был вообще мой первый лагерь в жизни, и это было просто незабываемо, потому что столько эмоций, и нас многому чему научили. Мы научились, самое главное, наверное, ценить время, потому что там его было, свободного времени было очень мало. На штиль давали 1 час, и ты за этот час успевал сделать просто все, чего не мог сделать дома часов за 5. Я нашла новых друзей, знакомых. Мне понравилось, было весело. Ну, правда, в первые дни, как всегда, ну, было, как сказать, грустно. Скучала очень, но потом привыкла. Со всеми познакомились, и уже все вместе весело делали. Там висела на стене карта, и мы когда с Денисом показывали, откуда мы приехали, все удивлялись, что так далеко. Еще путали нас с Ямало-Ненецким в целом. Ребят на отдыхе сопровождала Ольга Пахомова. Это заместитель директора 4-й городской школы по воспитательной работе. Кстати, поездка должна была состояться еще в прошлом году, но ее отменили из-за сильного наводнения в Хабаровском крае.